Всем привет! Сегодня мы нарисуем зайчика с корзинкой яблок. Можно начать. Так, я рисую опять в скетчбуке от Greenwich Line. Перерисую ушки. Такой будет зайчик. Платьишки такой. Сейчас нарисую. Вот так держать корзиночку. Так, это платье. Корзинка. Так, здесь рукава такие сделаю. Небольшие. Немного яблок. Здесь я делаю такой кустик. Зайчик будет стоять на фоне кустика. Все, раскрашивать я буду опять красками акварельными от Pinax, вот этими 24 цвета, травяную зеленую, добавлю немного майской зеленой, может быть ганза желтый добавлю, такой будет светлый фон достаточно. Сначала, потом его затемню немного. Так, беру опять травяную зеленую. Тут я смешала немного с оливковой вот здесь. Добавляю на кисточку побольше воды, чтобы акварель немного растеклась.
Добавляю желтый, желтый ганзе. В этом наборе только один желтый оттенок, такой явный. Это желтая ганза. И также есть тут желтая охра, но она очень покрывная такая краска, непрозрачная. Поэтому у Пинакс конкретно. Поэтому в этой иллюстрации я пользуюсь только желтой ганзой. Но в целом, я думаю, что можно любой акварельной краской, то есть от любой фирмы, пользоваться, потому что здесь нет не принципиально именно от Пинакс. Так. Сейчас я смешаю цвет для зайчика. Это будет как раз неаполитанская желтая. Кстати, да, в этом наборе есть неаполитанская желтая, но она больше используется, наверное, для цвета именно кожи. Но мне нужно ее немного затонировать. Пробую смешать бордовый и с ультрамарином. Неаполитанскую желтую. Очень-очень сильно разбавляю водой, чтобы она такой еле заметный оттенок приобрела, вот светлый такой. Я пользуюсь кисточками от Malevich синтетика. Вот это вот от Pinacs тоже синтетика. И кисточка от Pinacs синтетика. Так, платье у зайчика, я думаю, сделать желтым, светлым таким. Но для этого я буду использовать как раз охру, скорее всего. Потому что тот желтый, который есть в наборе, он слишком... Да, он слишком яркий. Поэтому я пользуюсь охрой. Так как зайчик у меня достаточно светлый, я хочу фон в виде кустика еще затемнить потом. Поэтому платье у зайчика будет примерно такого оттенка, как уже есть.
Так, сейчас я разведу цвет для фона более темный, чтобы выделить персонажа на первом плане. Так. Для этого я возьму травяную зеленую, как которую я пользовалась, и добавлю к ней цвет индиго немного, потому что индиго он очень такой темный получается. И вот здесь по контуру попробую сделать такие веточки, которые как будто бы такие сзади зайчика проступают от этого куста сейчас. Это можно, в принципе, было их заранее нарисовать, чтобы было удобнее. Сейчас вот спрашивать, и может быть, но вот я не сделала, поэтому буду так. Так, беру опять травяную зеленую и немного индиго. И делаю то же самое с другой стороны. Так, теперь немного добавлю таких веточек сверху. Чуть-чуть. Так, думаю, что дальше можно было бы сделать такой дополнительный рисунок из листьев, только уже более темных. Не очень подходит кисточка, конечно. Слишком тонкая. Вот. Листья, которые проступают из этого кустика, такие не совсем прям вот все прорисовывать, можно как-то обозначить их просто.
такие уже более темные здесь на светлом. Думаю, это интересно будет смотреться. Так красиво, в общем. И в конце можно добавить прям сюда, за пределы нашего фона, чтобы так, чтобы немного его добавить какую-то динамику в картинку. Сейчас немножко желтого тоже сюда. Да, внести. Желтый — это тот, который был для платья использован. Просто этот же цвет. То есть охра. Так, теперь добавлю немного тени на платье. Для этого возьму охру. Охру и кость жжёная. Тут есть такой цвет. Очень хорошо делает тени с ним. Так, также по краю вот здесь немножко закрашу. Может быть, кружочки сделаю на платье такой горошек. Платье в горошек. Добавляю деталей, беру
алый лак в этом наборе. Смешиваю с цветом зайчика, чтобы сделать румяна. Румяные щечки. И вот здесь в ушках тоже добавлю этим же цветом, только более разведенным водой. Теперь раскрашу корзинку. Для корзинки я использую коричневый вандик. Смешиваю с охрой. Немного травяным зеленым. Коричневый вандик вообще не темный. Хотя в наборе кажется, что он достаточно плотный, но он очень прозрачный. Сейчас делаю глазки. Глазки? Так, нет. Делаю глазки цвет кость жженая. Смешиваю с коричневым вандиком. Но кость жженая это тоже не сильно черный прям цвет. Очень много добавить, чтобы не было таких явных границ между темным и светлым. У кустов, может быть, много вот так как-то добавлю просто водой. Так, ну и остались яблоки. Яблоки будут красные. Этим же алый лак, который я смешивала для щек зайчика. Охрой, бордовым и ультрамарином. Я вот раскрашиваю очень сильно разведенной водой эту смесь.
Возьму опять Ван Дигг и жженую кость, чтобы получить темный оттенок для корзинки, деталей корзинки. Сейчас я добавлю их. И теперь добавляю опять красный, вот этот вот алый лак. Делаю более насыщенным, чтобы добавить в яблоки. Добавляю хвостики яблоком. Иллюстрация готова.